Медуза – это аромат, который был создан впервые в 1945 году. Обожаю Визу. Вот действительно, он очень необычный, очень стильный. Это женский аромат. Это не унисекс, это именно женский аромат. И обновлен был в 2007 году. Классика с восточным характером. С одной стороны, это ретро, такое ретро. С другой стороны, это пульсирующий ритм современной жизни. Восточный древесный аромат. Визу любят очень многие, все, кто ее покупают, без ума от шлейфа. Аромат действительно держится великолепно, он обращает на себя внимание. Дополнен аромат лосьоном для тела, гель для душа, к сожалению, я не видела. Лосьон для тела, вот кто один раз попробовал, просто покупает постоянно, становится постоянным клиентом на лосьон. Вот. И сам аромат по себе, вот кто брал его, кто попробовал действительно его плотность, его необычное звучание, то есть от нот персика и груши до белой кожи, до ванили, ноты иланг-иланга, ноты цветов апельсина. Вот это сочетание, он безумно женственный, и в то же время он очень стильный аромат. Постоянно люди приходят и ее повторяют, хочется ее повторить. Причем покупают сначала 50 мл, а повторить уже хотят 100. Вот это тот редкий случай, потому что обычно бывает, даже берут аромат насыщенный какой-то, наслаждаются, покупают 50, потом еще 50, а потом вроде бы как и хватит. А Визу почему-то начинают 50, а потом покупают 100. Вот западает она в душу. Вот. Причем хорош он и зимой, и летом.